Всем привет, с вами главный редактор Технокухни Константин Иванов. Понедельник начинается хорошо. Я не скажу, что мне выслали 760, это я ее сменил на Radeon 270X, если помните, у нас такая была. 760, мне сейчас интересно сравнить с 280, которую я выложил вчера тесты, можете посмотреть. Мы давно не тестили 760, интересно, как она во всех играх. Тем более мы уже стали покруче, уже развернуто тестировать с разными игрушками, с указанием загрузки процессоров. Ну и еще с Asus никогда у нас, по-моему, не было ни одного обзора. И тут можно сказать спасибо компании Svega за наше счастливое детство. За Svega с Питера. Всем питерцам большой-большой привет. Спасибо вам за президента. Так, интересная коробка такая. Так, ну тут диск. Ну тут ничего интересного. Диск. Инструкция и питалово, в общем, ничего такого. Ну и сама видеокарточка с кулером. Впервые у нас такой кулер. Так, интересно, что пленка защищена, задняя поверхность. Так, не только, значит, PsiExpress разъем, а еще и вот эти, только тут нет, как у MSI есть такие синенькие, тут нет. Ну, в принципе, давайте смотреть. Спасибо жителям Донбасса. Так, ну еще тут одна коробочка у нас есть. Интересно, что туда положили. Смотрите, как упаковала Svega. Svega. Так, ух ты, процессор. Итак, это тот самый процессор, про который мы все мечтали. Потому что это i5, но 4690K. Именно этот процессор. Именно я о нем мечтал. А знаете, почему я о нем мечтал? Потому что он наконец-то разгонится выше 4,5 ГГц. И мы узнаем пределы в армии. Мы узнаем пределы в танках. Мы узнаем пределы в ROM Total War. О, просто интересно сравнить с 4070K, не правда ли? Очень интересно сравнить в Crysis в джунглях, там без гипертрейдинга, потянет, не потянет сцену. Хотя у нас уже ушла вторая 980, так что тут, наверное, уже без разницы будет. Ну, код, все, код уже устремился в коробочку. Ну что, впереди крайне интересные тесты. Оставайтесь с нами. Покупайте наши корпуса и ждите обзоров, там скоро выложу еще обзоры с ведущими, а то уже нервничайте. Так, насчет 970, ребята, давайте тоже думать, давайте как-то поактивнее. Я же не просто говорю там дайте денег, я говорю, что всех запишем спонсоры. И в принципе классно же, что выйдет обзор 970, а вы там останетесь на вечно спонсор в именах. То есть я даже не могу сказать, там обзор спродюсировал Константин Иванов или там что-то типа этого. Я даже себе не могу позволить имя свое туда вставить. Так что это в принципе почетно очень. Ну, и я так считаю, не знаю, как вы считаете. И, в принципе, чем раньше мы соберем хоть какую-то сумму, хоть там, чтобы мне
Можно было хоть там занять, там купить, потом продать, и это продать за более дешевую цену, чтобы это было не накладно. И мы 970 узнаем вообще получше, как говорится. Так что всем пока, всем удачи. Вы с нами, мы с вами.